Видите ли, вижу ли я во всех самого себя? Нет. Я знаю. Это просто я помню. Да, иногда я это использую как инструмент. Опа, мне это показывает. Но уже вот прям я это, он это я этого не вижу. Это только вот под серьезными погружениями можно почувствовать. Но оно состояние дикое, тяжелое очень. И поэтому мы из него выходим. И не потому, что вещество перестает работать. Это же тоже иллюзия, тоже мысль. Вещество – это тоже мысль. А то, что ты входишь в какой-то там трип, это тоже мысль. То, что из него выходишь, это мысль. В действительности этого нет. Это просто как бы оправдание для ума, чтобы вот успокоиться и опять в забвение впасть. Вот, чтобы оно не, тебя не мучило, что ты там всегда. Как будто бы есть какие-то вещества, при помощи которых мы входим, выходим, или там медитация. А его нет, этого ничего. Ни медитации нету. Вот эта жизнь и есть медитация. Это вот вы все время беспрерывно в ней. В ней нет ни веществ, ни наркотиков, ничего этого нет. Никаких вот прибабахов, которые вот вам чему-то помогают куда-то выйти. Это все, знаете, как их, сценарии, концепции, которые вы просто принимаете для того, чтобы вот жизнь случалась. В живом Боге не может быть ничего мертвого. Просто что-то мы обесцениваем, а чему-то набиваем цену. Например, как человеку, может и так. Я не понял, что спросил. Живой Бог какой-то. Что за живой Бог? А вы готовы к переходу? Да мне нет, не надо ни к чему быть готовым. Мне нет такой необходимости. Думать о том, к чему я готов или не готов, и вам тоже не советую. Не заморачиваться. Будьте готовы там только вот, чтобы еда была готова, еще что-то было готово такое полезное, повседневное. К зиме готовьтесь. Теплые вещи покупаете. Спать готовьтесь, ложиться вовремя, там, например. Тоже очень прикольно утром встать, приготовить завтрак и вместе там с кем-то, с компанией приятной, посидеть, позавтракать, как мы делаем здесь. Это вообще очень круто. Чудеснее этого я пока не знаю. В нашей жизни ничего не происходит. То есть, чем занимаетесь? Говорю, мы завтракаем. Чем занимаетесь, Владимир? В кино я не снимаюсь, но мы завтракаем зато. Очень прикольно всякие. Сыры покупаем, намазываем там их на хлебцы. Яичницу готовим, ура, вкусную. С лучком, с чесночком, с колбасками. Болтунью такую мы делаем, воздушную. Вот. Вечером фильм какой-нибудь смотрим. Ну, я работаю еще, вот снимаю, сейчас готовлюсь к фильму, к съемкам своего фильма вот здесь, в этом помещении. По диалогам в телеге получился очень прикольный сценарий. И какая цель у этой программы? Сразу к сути. Так ты и есть эта программа. Так что можешь задать этот вопрос прямо себе. Но я не знаю. Ну, как это ты не знаешь? Сама же спросила, какова цель у этой программы. Если ты — это программа, то твоя цель — узнать, какая у тебя цель. Кстати, работает скидка по промокоду Епифанцев на продукцию Михаила Вишневского. Я к тому, чтобы вы не задавали вопрос, где купить микродозинг. Самое проверенное место – это аптека Михаила Вишневского, где очень правильный подход к приготовлению продукта к употреблению. Экспериментируйте, там разные грибы, они в сочетании друг с другом дают тоже всякие разные прикольные эффекты. От выравнивания настроения, сна, какие-то там мотивационные ощущения появляются внутри. Вот в такую игру можете поиграть, грибную. Если туда
направите свое внимание, то оно уйдет вот от всяких вот таких вот традиционных там аптечных походов. Лекарств, может быть, те болезни ваши неизлечимые вдруг исчезнут. Создавайте свою веру, создавайте инструмент своей веры через какие-то неординарные вещи. Вот мухомор в данном случае, когда он появился, это было такое неординарное решение, да, то, что всегда грозило нам как отравлением ядовитым, вдруг оказалось, что это какое-то удивительное вещество, чуть ли не лекарство от всех болезней. А оно, почему оно от всех болезней? Потому что все болезни – это мысли. А мухомор это показывает. Ну, он показывает, что вот-вот, все это мысли. Не то, что он мысли убирает, он может их убрать, тоже пригасить. Но самый его основной эффект, что в какой-то момент ты понимаешь, что все твои проблемы – это просто мысли. Как они могут быть проблемами? Это просто мысли, причем не твои. Не идущие из тебя, а не идущие из каких-то причин. Потому что причины тоже мысли. Любые причины, создающие твои мысли, тоже мысли.